Смотрит, я не знаю, понимаете ли вы, что это за машина сейчас будет или нет. Хотя по превьюшке вы догадались, это да, тот самый москвич 21-41. Да, давайте его выкатим. Не спрашивайте, откуда я их беру, я продаю свои. Что, давайте посмотрим спереди. Вот такие фары. Да, прокрашены. Я его, кстати, с блистера там достал. Когда бампер не ожидается. Эмблема АЗЛК у нас присутствует. Надпись «Москвич». Там же такая же фара. Она, понятно. А, дворники. Блин, вот эти вот штуки. Не прокрашены. Поворотники прокрашены. Дверные ручки. Замки. Колпаки. Здесь нормально тут. Прорисованная линия. Ну, короче, пусть не уже. Вот. То же самое. Блин, за бак. Да, тут здесь нет надписи АЗЛК. Так, тут у нас зад. Давайте получше. Поставлю. Да, тут есть эмблема «Москвич». Вам их плохо видно. Это. Ну, огни заднего хода не прокрашены. Такая же надпись «Москвич». Это вот штука. А для открытия багажника. Не прокрашена. Дверь не открывается. Нафига тогда здесь без остекления. Окей. Покупал я ее за 600 рублей. На Авито. Так, тут запаска есть. Да, она не резиновая. Пиздец, гостиница «Москвич» 2741, может, апартинг 43, сделано с Китаем, сделано в Китае, модель in China. Так, ну тут, кстати, он держится на одном винтике. Ну, короче, не знаю, если вы профессиональный моделист, умеете прокрашивать эти задние огни, то рекомендую. Кстати, вот мой дом, может быть, здесь кто-нибудь живет. Снег.